Грейсман зовет норвежцев добывать в Украине газ. Премьер пригласил норвежские компании принять участие в аукционах по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами. Премьер-министр Владимир Грейсман во время встречи с норвежским коллегой Эрной Сальберг обсудил усиление присутствия норвежского бизнеса в Украине. Об этом сообщается в твиттер главы Кабмина в понедельник, 28 января. Грейсман, в частности, пригласил норвежских инвесторов принять участие в аукционах по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами. Отдельная тема – усиление инвестиционного сотрудничества Украины и Норвегии. Сферы взаимного интереса – возобновляемая энергетика, агропроизводство, ИТ, защита окружающей среды, написал премьер. Также он сообщил, что вместе с Сальберг подписал совместное заявление, которым начинаются энергетические инициативы по энергоэффективности, интеграции в европейский энергетический рынок, сотрудничество в сфере ядерной безопасности и зеленой энергетики. Отметим, одним из центральных событий визита Гройсмана в Норвегию станет украинско-норвежский бизнес-форум. Напомним, ранее Укргаздобыча заявила о рекордной добыче газа за последние 25, за 2018 год было добыто 15,49 миллиардов кубометров газа, в целом добыча газа в Украине выросла всего на 0,3% за год. При этом годом ранее добыча выросла на 4%, более 800 миллионов кубометров. В свою очередь, Укрнафта заявила, что нарастила добычу нефти впервые за 12 лет. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.